Всем доброе утро. Вот так скоро расцветут мои вот эти, я их называю луком. Ну что, ребята, ветер сильный, пасмурно, у нас холодно. Но работа у нас продолжается, потому что дождь закончился. Покажу вам, что сделали. Розочки хорошие мои, скоро зацветут. Вот так. Продолжаю делать вот эту полосочку. Есть еще задумки добавить камня. Ну, пока вот так. Очень красивая вот эта кора. Это сосны. Дрова мы заготавливаем. И вот эта кора сосны. Вот так вот. Воронец скоро зацветет. Ну, он первый как бы из вот таких цветет. Вот такая красота. Пиончики набирают цвет. Тоже скоро будет красота. Что еще сделала? Дождь закончился. Высадила свеклу на семена. Это с погреба свекла. И вот она будет расти на второй год как бы и даст семена. Ну а чего их покупать? Мяточка растет. Мята растет. Скоро крыжовник будет. И будем добавлять туда мяты. Яблоня вся в цвету. Хорошо очень цветет в этом году. Ну, не знаю, пчел нет. Ветер, холодно. Ну, будем надеяться, что будет. И вот смотрите, что я хотела вам показать. Мы же вспахали огород. Не огород, а участок около дома. И посадили картошечку. Обожаю это время, когда земля черная, сорняков нет. Очень красиво. Вот здесь посадила лук. Да, вот такая плантация. Мы лук очень любим. И в этом году лук был очень у нас дорогой. Посадила вот здесь и там вот за виноградом участочек. Так что будем с лучком. Вот такая красота. Чистенько, хорошо. Так вот. Просто красиво. И вот уже у нас вот-вот-вот распустится древовидный пион. У него вот сколько там, ну, всегда много вот этих. Так что будем ждать от него цветочков. Вот это тюльпаны, которые доченька мне передавала. Вы знаете, что я заметила? Наши уже все цвели тюльпаны. Эти такие долго цветут. Так что довольно удачные тюльпаны. И вот желтые, которые она передавала, ну уже понятно, они отходят. Ну, на смену им придут вот пиончики. Вот так вот. Ну и вот, вчера я делала. Делала сама. Решила никого не просить, потому что супруг был занят другой работой. Так веревочку натянула. И вот нашими съемными... Вот этими, как сказать, квадратиками подравнивала землю, все. И вот такая дорожечка у меня получилась. Я глаз не отвожу от этой красоты. Тут участок готов, мы проскородили. Сюда я буду садить перчик, огурчики, помидорчики. А вот на этот участочек уже посадила вчера морковку. Короткое видео выставила. Для вас и для всех, каким методом я сажу. Каждый год только так. Ну, за 10 дней я в тряпочку и в землю ее. И вчера, когда открыла морковку, она уже набухла, дала росточки. Вот это самый лучший, честно, метод проращивания морковки. Если кому интересно, еще раз можете у меня спросить. Ну что, клубничка наша вся цветет. Этого первого года. И уже, посмотрите, вся цветет. Но я подкармливала, так же, как и чеснок. И вот эта плантация. Малинка тоже вся хорошо. Вот эта яблонька у нас. Это зеленые яблоки. Вот она как-то цветет. Но в этом году, да, побольше. Она то год отдыхает, то цветет. Но в этом году, наверное, мы дождемся семеренко. Очень вкусные яблоки.
их было все время мало. Ребята, так приятно ходить по этой дорожке. Под шаг сделала. В общем, очень рада. Вчера поработала, устала, но довольна. А супруг занимался вот этой площадочкой. Мы же перекладываем плитку заново на этой площадке. Это надо было снять, почистить все. Ну вот он закончил. Так что тут осталось землю покидать. И эта площадочка уже у нас с геотекстилем внизу. Надеюсь, не будут уже прорастать сорняки, потому что, честно, мы замучились. Ну, вот так. Что еще сказать? А, вот желтенькие тюльпанчики. Ребята, потихоньку работаем. Холодно. Рассада в доме. Ну, даже не знаю, сейчас еще невозможно что-то высаживать. Ну, только единственное капусту. Рассаду я вам как-нибудь покажу. В этом году она не очень удачная. Но все равно же, вон, яблонька. Жизнь-то у нас продолжается. Всем пока. До новых встреч.